Бүгін Қазақстан Республикасы президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың Қазақстан халқына жолдауын іске асыру жөніндегі жалпыұлттық іс-шаралар жоспарын орындау бойынша баяндауға рұқсат етіңіздер. Біздің алдымызда келесіде міндеттер қойылды. Компьютерлік біліктілік деңгейін 50%-ға дейін арттыру, лицензияларды және аса талап етілетін рұқсат беру құжаттарын электронды түрде беру, әлеуметтік маңызы бар қызметтерін 60%-ын электронды түрге ауыстыру, автокөлік құралдарын тіркеу және жүргізуші куәліктерін беретін орталықтарды құру. Если говорить о повышении компьютерной грамотности населения до 50%, то, Сергей Ильич, я хотел бы сказать о том, что этот рубеж уже совместно с местными исполнительными органами, совместно с государственными органами преодолен, и мы до 51% повысили компьютерную грамотность и выполнили поручение. С точки зрения предоставления услуг лицензирования в электронном виде, то, опять же, это поручение выполнено. Все практически сегодня лицензии выдаются в электронном виде. Их количество составило за вот эти 10 месяцев 13 567. И вот с точки зрения, так будем говорить, новинок предоставления лицензирования, хотелось бы сказать то, что большее количество документов не будет предоставляться населением. Будут оптимизированы 425 всякого рода документов из 1218, это 35%, для получения лицензии. Не будет предоставляться более 10 миллионов документов в бумажном виде. Это вот тот результат, который будет как раз-таки освещать работу по вот этой вот деятельности. С точки зрения автоматизации и оптимизации разрешительных документов, то до конца года социально значимые разрешительные документы будут переведены в электронный формат. Запущены уже в пилотную эксплуатацию 32 таких разрешения. До конца года 48 будут отработаны сначала в тестовом режиме, затем введены в промышленную эксплуатацию. Для того, чтобы разрешение предоставлять в оптимизированном виде, был подписан закон 10 июля 2012 года. И на сегодняшний момент все государственные органы занимаются согласованием нормативно-правовых актов во исполнение этого закона. Просьба дать поручение государственным органам вот эти нормативно-правовые акты в обязательном порядке утвердить до конца года. По разрешительным документам будет оптимизирован 255 документов из 512, это 49%. С точки зрения перевода в электронный формат социально значимых услуг, 60% мы обязательно добьемся. Уже 10 услуг по итогам 2011 года были переведены в электронный формат. В этом году еще 12 услуг социально значимых будут переведены в электронный формат, который указан на этом слайде. Для чего на сегодняшний момент проводится соответствующее согласование в парламенте республики законопроекта. Мажилисом парламента уже одобрены данные поправки, и документ находится сейчас в Сенате. После чего аналогично будет необходимость утвердить эти нормативно-правовые акты до конца года. С точки зрения социально значимых услуг, хотел бы сказать одну цифру, то что в результате оптимизации 42,2 миллиона документов в бумажном виде не будут предоставляться, и это, конечно же, облегчит населению получение данных услуг. Нельзя не сказать о поручении по модернизации центров обслуживания населения. И здесь практически все сегодня центры обслуживания населения предоставляют услугу по новому формату. Безбарьерная обслуженность, ситуационный центр, пункты общественного доступа, оплата госпошлин посредством карт-ридеров и другие новинки. Если говорить конкретно, то в 2011 году было модернизировано 28 ЦОНов, в 2012 году 187, и до конца года оставшиеся 37 мы однозначно будем модернизировать. При этом хотелось бы сказать, что уровень удовлетворенности населения по вот тому анализу, который проведен соответствующими гражданскими обществами, поднялся до 81%. Теперь хотел бы сказать о том, что специализированный ЦОН города Караганда уже готов к эксплуатации. Сергей Кузьмич, в свое время вы стартовали, начинали этот проект, будучи акимом Карагандинской области. И уже в первой декаде этого года этот специализированный ЦОН может предоставлять услуги населению. С точки зрения специализированных ЦОНов Астана, Алмата, Актау, то хотел бы сказать, что Министерство транспорта и коммуникации и внутренних дел проработали все
мероприятия по регламентам, по бизнес-процессам, по внедрению интегрированной информационной системы. И, в принципе, мы эти все работы завершили. Город Алматы, данный специализированный СОН по информации от Акимата сдаст 28 декабря. Астана и Актау во втором полугодии следующего года.